Меня раздражает уверенность людей в том, что они живут и действуют, хотя они, как поет Андрей Макаревич, просто бегают по кругу. Создание имитации жизни через суету раздражает и в себе, и в других. Второе, меня раздражает уверенность в безнаказанности людей сильных и людей власть придержащих. К этому относятся любые чиновники, сильные люди, силовики, бандиты, парковщики, эвакуаторщики, все. И, наверное, меня раздражает тупость, так скажем, людей, которые уверены, что все хорошо, и человечество, и они двигаются в правильном направлении, не видя полной деградации, не видя того, что они, собственно, себя убивают.